Доброе утро. В эфире 12 канала «Час новостей». В студии Регина Абузарова. И коротко о главном. Посадить нельзя помиловать. Экс-начальник омской полиции решил оспорить приговор за взятку. Какой вердикт вынес Кемеровский суд? Новые маршруты и только в будни. По каким направлениям запустят автобусы? Из Европы в Сибирь. Никита первое, что пришел, сказал, это: «Мама, там все разговаривают по-русски, я все понимаю». Почему все больше людей возвращаются в родной регион? Раскрываем секреты новогодней сказки, где на этот раз пройдет главная городская елка. Экс-глава омской полиции Быков не смог оспорить приговор и должен отправиться в колонию. Он подавал апелляцию в кассационный суд в Кемерове. Напомню, бывший начальник городского ОМВД был признан виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, в течение 2 лет он через своего подчиненного получал от директора массажных салонов денежные вознаграждения, в том числе и за покровительство незаконного оборота немаркированного алкоголя и табака. В итоге экс-начальника городской полиции приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу 20 миллионов рублей. Быков пытался обжаловать приговор, но сделать это ему не удалось. 8-й кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово оставил прежнее решение без изменений. Стало известно, по каким улицам Омска запустят 2 новых маршрута. Предполагается, что автобусы выйдут в рейс с 1 декабря этого года. Это будут автобусы номер 107 от поселка Чкаловский до 9-й медсанчасти и номер 108 от железнодорожной больницы до улицы Соликотыка. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который будет обслуживать маршруты. Так как они достаточно короткие, на 107-м он должен работать 1 автобус большого класса, на 108-м 4 средние машины. На линию они будут выходить только в будни, а 107-й 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Напомним также, что после многочисленных жалоб о мечей Дептранспорта увеличил количество рейсов на маршрутах номер 24 и 78. Еще несколько семей соотечественников вернулись в наш регион. Говорят, возможности для реализации здесь ничуть не уступают зарубежным. Переселенцы строят собственные дома и открывают личные подсобные хозяйства. Почему все больше людей переезжают из Европы в Омск? Репортаж Юлии Думановой. Они еще даже не ходят в школу, но уже говорят на немецком. Новые слова изучают в игровой форме, учат стихи, поют песни. Это часть программы для адаптации детей соотечественников. Пока сверстники изучают немецкий, они практикуются в русском. У Ирины Иорданова этот детский сад ходит сын. Переехали всей семьей в Азовы из Германии. До этого каждое лето проводили здесь отпуск, приезжали к родственникам. А после решили быть поближе к ним и сменили место жительства. Кстати, о России не забывали никогда. В Германии говорили на русском, учили языку детей. Никита первое, что пришел, сказал, это: «Мама, там все разговаривают по-русски, я все понимаю». Мне понравилась природа, что тут спокойно, что тут люди какие-то позитивные. Вот куда не зайдешь в магазин, там в садик, все какие-то открытые. Что тут как развивается он, тут строят парки, да, фонтан открыли. Владимир Романов тоже недавно перебрался в Омскую область из Германии. Туда по работе уехали его родители, когда он был ребенком. Но, говорит, на малую родину тянуло всегда. Хочет делать Сибирь еще красивее, открыть студию ландшафтного дизайна. Сегодня пришел в центр занятости, чтобы узнать, какие меры поддержки существуют. На открытие дела можно получить 500 000 рублей. Душа наша все равно здесь лежит, поэтому... Скучали. Скучали, да. А здесь вся перспектива. Здесь все открыто. Ты можешь заниматься чем хочешь. Поэтому... Бизнесом, чем угодно. Бизнесом, чем угодно, да. Переехала из Германии и Сабина Шлегель с семьей. Сейчас в Азово строят дом. Панорамные окна воплотили в мечту нашу, которую мы хотели. И у нас красивый обзор, у нас там хозяйство, у нас есть лошади, коровы немножко. Летом вообще очень красиво. Как бы у нас и терраса большая, и там видно, как наши кони бегают. Сама Сабина из Кыргызстана, а муж жил в Германии, но родом из Омской области. Говорит, идея переехать его. В России мужчина мечтал и в итоге открыл свое фермерское хозяйство. Вместе с ним в Азово перебрались также родители и сестра. Очень полюбила эту страну. Это страна с широкой душой. Я очень сильно прижилась. И мне все говорят, ты как будто коренная россиянка. Кстати, девушка уже строит планы. После декрета мечтает открыть собственное дело – салон красоты. Юлия Думанова, Юрий Репин, 12 канал.
Всего за неделю на дорогах Омской области погибли 5 человек. Еще 24 доставлены в больницы. Речь о пешеходах. Такой резкий всплеск аварий госавтоинспекторы связывают с изменением погоды. Ранние сумерки, сырость на дорогах и отсутствие снега ухудшают видимость. Поэтому в первую очередь опасно на нерегулируемых пешеходных переходах. Инспекторы напоминают, что ответственность за свою жизнь несет прежде всего сам человек. Поэтому перед тем, как переходить дорогу, нужно убедиться, что это безопасно. Верхняя одежда детей должна быть со светоотражающей элементами, а водителям лучше не разгоняться на улицах города. Что касается аварийных участков, самыми опасными на сегодня в ГИБДД считают пешеходные переходы в районе дома номер 7 на проспекте Комарова, вблизи дома номер 56 на 25-й Северной и дома номер 8 на улице Бархатовой. Порядка 4000 социальных контрактов планируется заключить до конца этого года в Омской области. 3000 омичей уже воспользовались этой мерой поддержки. Чаще всего деньги идут на открытие своего дела или развитие подсобного хозяйства. Общий объем поддержки за 2023 год составил 560 миллионов рублей. Напомню, что заключить социальный контракт могут люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, чей доход не превышает величину прожиточного минимума. Направить деньги можно также на обучение или оплатить ими стажировку. Максимальная выплата на развитие своего дела 350 тысяч рублей, а наличное подсобное хозяйство 200 тысяч. В числе обязательных документов – бизнес-план. Чаще всего омичи открывают салоны красоты, швейные мастерские, курсы репетиторов, занимаются грузоперевозками и фотоуслугами. Ну а омские волонтеры-медики выиграли 2 гранта от Росмолодежи. Окружной форум добровольцев прошел в Хабаровске. Ребята получат деньги на развитие своих проектов. Так, благодаря господдержке в регионе появится школа молодых родителей навстречу детскому здоровью. Для мам и пап проведут лекции с врачами, педиатрами. Посмотреть их можно будет и в режиме онлайн. Второй проект – конкурс школьных отрядов «Будущее медицины». Он предназначен для создания групп волонтеров-медиков среди школьников Омской области. Заниматься этим будут студенты медакадемии. Омская крепость станет центром проведения новогодних торжеств. Именно там будет установлена главная городская елка. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Шелест. Торжественное открытие намечено на 28 декабря. Старт праздничной программе дадут в 17:00. Омичей и гостей города ждут яркое представление, катание с ледяных горок и интерактивные площадки. Подготовка к празднику уже началась, уточнил Сергей Шелест. Также напомню, что еще 2 недели назад в Омске начали устанавливать первую новогоднюю елку. Разместилась она возле торгового комплекса на Левобережье. Тепло из дома. Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» присоединился к всероссийской акции, и сделать это может любой желающий. Волонтеры и неравнодушные жители вяжут теплые вещи, делают маскировочные сети и окопные свечи для бойцов СВО. Будут рады здесь и новичкам. Рукодельницы с радостью помогут освоить техники вязания. Мастер-классы проходят по вторникам и четвергам по адресу проспект Карла Маркса, 6. Только за первую половину осени каждый волонтер связал порядка 15-20 пар носков. Я считаю, связанные своими руками, руками бабушек, руками мам, эти носки, они прямо наполнены теплом и желанием победить, желанием сохранить наших ребятишек, придать им силы. Вот. И я считаю, что вот это вот надо продолжать, продолжать и продолжать. И последнее. В центре Омска переименовали очередной сквер. Территория по улице 4-я линия в границах улиц Омская и 10 лет октября теперь будет называться школьным бульваром. С предложением ранее обратились местные жители и депутаты, поддержали инициативу. Такое название не случайно. Поблизости от бульвара находятся сразу 2 школы. 132-я и 146-я. Здесь учатся более 2500 детей. Территория благоустроена. Тротуары, центральная площадь, детские площадки. Ну а сам школьный бульвар постоянно задействован в городских праздниках от спортивных до новогодних. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Концерт-сенсация от продюсера Эмира Кустурицы. Легендарные сербские музыканты в Омске. Марко Маркович и Big Brass Band. Этнические мотивы, современное звучание и вихрь зажигательных цыгано-балканских мелодий 1 ноября в концертном зале филармонии. Невероятное шоу, полное колоссальной энергетики. Для первых в труде и первых в игре.
Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Макфа. Первые для первых. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Омичи могут вернуть часть денег за проезд в электропоездах. Сегодня в нашем регионе действует транспортная акция. Ее участникам предлагают сэкономить 20% от стоимости билета. Их вернут в виде кэшбэка. Что нужно сделать для того, чтобы вернуть деньги за проезд, уже сегодня расскажут мои коллеги. Получить кэшбэк при покупке билета можно через систему быстрых платежей. Условия простые. Нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте приветмир.ру или в приложении «Привет». Что и сделал Николай Сергеев. Таким образом, Амич сэкономил на проезде почти 38 рублей, учитывая, что полная стоимость была в районе 200. В программе мужчина зарегистрировался прямо на вокзале, после сразу же приобрел билет на нужный электропоезд. Во-первых, в очереди не приходится стоять. И еще и приятно то, что скидка идет небольшая. Сегодня воспользовался, зарегистрировался и доволен. Кэшбэк за проезд в электропоездах возвращается пассажирам уже 2 месяца. Акцию запустили национальная система платежных карт совместно с российскими железными дорогами. Ее участники – жители 5 сибирских регионов – Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей. Приобрести билет с кэшбэком можно через чат-бот пригородной пассажирской компании, на кассе, в автоматах на станции, а также при покупке билета у кассира с переносным терминалом, в электричке или через приложение РЖД пассажирам. После оплаты проезда списывается полная стоимость билета, но в течение 3 дней до 20% от суммы вернутся обратно на счет, но уже в виде кэшбэка. Лимит поездок ограничен. Кэшбэк не более 40 рублей за один билет. Максимальная сумма 1000 в месяц. Оплата через систему быстрых платежей очень быстро стала очень популярной у пассажиров пригородных электропоездов. С начала действия акции жители регионов, где действует наше предложение, смогли сэкономить на проезде уже более 15,5 миллионов рублей. Напоминаем, при оплате сразу нескольких билетов в рамках акции кэшбэк будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности. Экономить на проезде в электропоездах можно до 31 декабря включительно. Подробности на сайте приветмир.ру или в приложении «Привет». Можно ли дистанционно продать квартиру в одном городе, находясь при этом в другом? Можно, безопасно и по плану. Сервис недвижимости «Домклик» от Сбера упростил процесс проведения сделок покупки недвижимости за собственные средства. Как воспользоваться услугой банка, расскажем в сюжете. Провести сделку купли-продажи недвижимости, в том числе и межрегиональную, без ипотечного кредитования, теперь можно через Сбер при помощи сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов. Клиент оставляет заявку на сайте «Домклик». Система бронирует слот. В назначенный день участники сделки приходят в любое удобное отделение банка по месту жительства. За один короткий визит сотрудник Сбера составляет все необходимые документы для оформления права собственности и самостоятельно направляет их на регистрацию в Росреестр. Использование сервисов электронной регистрации безопасных расчетов значительно улучшает жизнь наших клиентов, избавляя их от бюрократических проволочек. Как только покупатель официально становится собственником недвижимости, деньги банк автоматически зачисляет на счет продавца. Когда я решила покупать квартиру за наличный расчет в другом городе, естественно, я пришла в Сбербанк за сервисами «Домклик», безопасно. Расчет. Это максимально удобно, быстро и комфортно. Оформить такую сделку клиенты могут практически в любом отделении Сбера. Более подробную инструкцию по работе сервиса можно узнать, отсканировав QR-код на экране. И о погоде. Сегодня, 26 октября, в Омске малооблачно. Днем до минус 2 градусов ниже нуля. В районах переменная облачность, небольшой снег. Дневная температура до минус 5. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Таковы новости к этому часу. Увидимся в 14:00.